Мобильные приложения, мессенджеры и соцсети – они давно стали частью нашей жизни и только набирают обороты. Какие наиболее популярны у абонентов IDC, знает наша съемочная группа. Появление современных блогов, социальных сетей и интернета предвидел русский писатель и философ Владимир Адоевский, живший еще в XIX веке. Мир, который он написал в своем романе «4338 год», сейчас наша реальность. Работа, учеба и сама жизнь. Тысячи терабайт трафика скачивают приднестровцы только за сутки. Социальные сети, блоги, мессенджеры, приложения в топе 10 самые популярные. По социальным сетям. Второй год лидером по популярности является социальная сеть TikTok. То есть это наиболее популярная. За ней сразу же идет Instagram. Дальше уже на второй, на четвертый план отошел социальная сеть ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Топ мессенджеров открывает Telegram. За последний год он обогнал даже Viber. К слову, наше Viber-сообщество Bendera Info есть и там, и там. Свои лидеры и у пользователей видеоконтента и поисковых систем. В Приднестровье, как и во всем мире, они очевидны. По видеоконтенту самым популярным является видеохостинг YouTube. То есть очень большой объем пользователей, скажем так, наших абонентов, то есть заходят на этот ресурс. Что касается непосредственно сайтов, поисковых систем, то тут, естественно, лидером является Google, поисковая система Google, а также сервисы Google. Все это доступно абонентам IDC. Многие предпочитают пользоваться мобильным интернетом. По части выбора пакетов свой топ. На сегодняшний день самой большой популярностью среди наших абонентов пользуются тарифные планы линейки Актив. То есть они большинству удобны. То есть люди их выбирают за счет безлимита, люди их выбирают за счет того, что там в этом тарифном плане уже включен тот или иной объем интернет-трафика, да, для пользования. То есть поэтому эти тарифные планы на сегодняшний день используются, большей частью, это больше 50% абонентов используют эти тарифные планы. Сейчас этот тарифный план использует половина абонентов. Если брать линейку пакета изнутри, то самым популярным до 1 августа был Актив 5. С 1 августа вместо 5 гигабайт трафика в нем стало 10. Удвоили трафик и в других тарифных планах IDC. На смену старому стандарту связи CDMA пришел новый LTE. Стоимость мобильного интернета теперь ниже в 2 раза, ну а трафика за те же деньги стала в 2 раза больше.